как говорится, будьте в Драйоре на серых камнях. Здесь живут норки, даже не одна. Вот с той парочкой мы нашли парочку норок. И они очень милые и прикольные. Я даже видела, как норка плавала. Плавает она довольно-таки неплохо. Ну, а я сейчас возвращаюсь в Драйор. Хочу пройтись там, где находится пристань, откуда отходят все кораблики, яхты, лодочки. Ну, а здесь просто целый тренажерный зал. Вот я уже подошла к кафешкам. Видите, здесь можно поесть смёребродов, бутербродов датских, можно покушать фрокост, можно выпить кофе. Кафе называется Эсперсен. В принципе, он такой неплохой, гляньте, стекляшка. Здесь у нас Драйор Верф. Ну, как-то оно вроде бы таким закрытым выглядит, и я хочу сидеть еще на улице. Последние теплые деньки. В кафешках надо сидеть на улице. И здесь есть даже где посидеть. Оно такое не маленькое. Или все-таки сначала прогуляться немножко. Даже не знаю. И, конечно же, яхты. Здесь кафе не одно. Коптильня, и здесь коптят рыбу. Она, кстати, немножко похожа на те коптильни, которые на острове Борнхольм. И она уже, к сожалению, закрыта, но рыбой очень пахнет. Если будете здесь, обязательно сходите здесь, покушайте. Здесь очень вкусно. А также очень вкусно на острове Борнхольм. Вот там вот самолеты, там у нас Каструб. Садятся и взлетают. И вот башня. Драйоровская башня. Здесь еще есть русалочка с большими сиськами. Здесь находится Драйоровская верфь. И вот такие вот лодки здесь делают. В них можно посидеть, позаглядывать. И даже вот такое чудо. Но это похоже, даже не знаю, на что это похоже, с колесиками. И здесь у нас башня. Около башни находится музей. Можно покушать мороженое. Там еще одно кафе. Деловые утки. Здесь байдарочный клуб. И на море можно смотреть вечно. Я подошла к этой кафешке, которая выходит прям-прям в воде. Она неплохая. Единственное, здесь, видите, вот так вот все огорожено вот такими вот стеклами. Ну, возможно, это хорошо от ветра. Но сейчас, к счастью, ветра нету.
здесь поспели ягоды бузины. 6 часов вечера. Я все жду еще просветления, когда наступит солнце. А потом поведу вас в Драуфорт. Там стоит русалка с сиськами, с большими. Не та маленькая русалочка, которая в воде, а совершенно другая статуя. Что самое интересное, мало кто об этом знает. Смотрите, как красиво. Вот, так скажем, центральная улица Цхаоуэ. Здесь находится отель Цхаоуэ, который немножко горел. И вот здесь вот можно прогуляться по центральной улице. Она находится напротив остановки автобуса 350, на котором вы сюда можете приехать из центра Копенгагена. Здесь такие вот небольшие магазинчики. Там в витринах отражаюсь я. Здесь кафе. Все очень уютно. Ой, какой милый балкончик наверху. Здесь даже есть Ирма. Интересно, она закрыта или не закрыта? Она даже еще открыта. Можете купить себе дыню. Здесь прямо Кайфур. Хейрдрессер или как это, парикмахер. И здесь вот у них находится Слакта, мясник. Кстати, сейчас в Дании закрываются лавки мясников, потому что очень большая конкуренция от супермаркетов. Так вот выглядит городок Драуфорт. Гляньте, как красиво. Такой вот милый городочек. Я приехала сюда в 4 часа, и не знаю, 4 часа для прогулки мне будет мало. Гляньте, вот такие вот хаустауны, или как-то таунхаусы. Как красиво. Клумбочки, розочки, все в цветочках. Здесь еще одно кафе. Памятный столб. Здесь можно купить себе сувенирчик, янтарную подвеску или что-нибудь из датского дизайна. Зашла в Ирму, здесь продается вот такое вот пиво Микелер. Это пиво было изобретено, или как это сказать, учителем математики и физики. Сделано просто с детьми в школе. А сейчас это считается одной из самых популярных марок пива. Вот, например, I don't have a red shrimp. Hair in the mailbox, stick a finger in the soil. И бутылочка или баночка такого пива стоит 25 крон. У них несколько баров в Копенгагене. Надо будет снять вам видео о том, куда пойти в Копенгагене. Кстати, вот та кафешка, которая называется кафе Блинк, она сейчас очень сильно наполнилась людьми. Я так думаю, люди выходят сюда поужинать. А я держу свой путь. Форт находится с той стороны, и там на территории форта стоит русалка с большой грудью. Конечно, мы же должны пойти на нее посмотреть. 18:20, и у нас просто включили солнце. Спасибо. Здесь у нас еще одно кафе с флагом. Оно, правда, уже закрыто. Здесь продают Хенсен мороженое. Если будете в Дании, обязательно попробуйте это мороженое. Представление закончилось. И цирк собирает свой шатер. А форт находится вон там. Вот туда я иду. И на территории форта находится русалочка. Сейчас я вам ее покажу. Вы гляньте только, какой у нас прекрасный вечер. Солнечный. Es
Здесь еще один отель, если вдруг захотите жить в Драуэа. И вот там вот форт. А здесь был цирк-арена. Надеюсь, вам видно. Смотрите, там идет паром. Огромная такая махина. Было бы прикольно, наверное, его снять с форта. Но я, наверное, не успею так быстро подняться. Хотя, можно попробовать. Как любой форт. Драуэа форт тоже обнесен рвом. Видите, вокруг водичка. И мы уже на территории его почти. Драуэа форт. В общем, добро пожаловать. И вот, пожалуйста, здесь находится русалка. Сюда ее спрятали, прямо на территорию форта. Сейчас подойдем к ней ближе, и я вам ее покажу. Она, в принципе, не маленькая, не такая крошечная, как та, которая официальная русалочка. Это побольше. Ну и давайте в солнечных лучах полюбуемся. Как красиво. И, конечно же, вы готовы? Сейчас будут сиськи. Вот эта русалка. Она очень большая. Та русалочка, которая в Копенгагене, она может быть такая вот, как этот весь камень. А эта крошка вот такая. И она красотка. Оцените. Ну как? Какой изгиб? В общем, тема сисек раскрыта. Видите, какая хорошенькая? Хвост у нее тоже есть. Так что она находится здесь, на территории форта. Гляньте, какая на ней чешуя. Шикарная женщина, шикарная. Мне здесь только что один турист сказал: вот это настоящая русалочка, а не та, которая в Копенгагене. На территории форта есть ресторан, как раз напротив этой прекрасной, шикарной русалки. И здесь вот такая вот, как это называется, место для пикника. Но, к сожалению, стоит табличка, которую я не совсем понимаю. Есть ли это место для пикника? А здесь написано, что форт – это частная собственность или частная, или приватная как территория. И здесь нельзя приносить свою еду и выпивку. Как так? Ну, я думаю, если принесете, ничего вам не будет. Главное, не палиться. Так, хочу подняться туда наверх. Здесь, по-моему, у кого-то была свадьба или еще какое-то мероприятие. Это даже грили. Ничего не понимаю. Если здесь даже стоят открытые грили. Здесь грилит ресторан, самим нельзя или как? Здесь еще какое-то типа кафе, я так думаю. Вот еще какое-то. И вот ступенечки. Можно подняться вот там. Или там перекрыто, не знаю. Там наверху люди стоят. Смотрите, какая шикарная погода. Я, лентяйка, не захотела идти по ступенькам. Подымаю здесь. Вау, здесь очень красиво. Такие вот стульчики, столики. Там вот даже кто-то сидит в гамаке. И смотрите, какой шикарный вид на мост Хоресунд. Территория кафешки, но кафешки я не вижу. Хотя, честно говоря, с удовольствием бы выпила здесь кофе. Не знаю, оно, видимо, закрыто. Смотрите, как классно. А там уже Швеция. Да, кафешка здесь шикарнейшая, с шикарнейшим видом. Кафе осталось там внизу. Я поднялась немножко выше.
И здесь уже открывается вид на мост и на ветряки. И там вдали ушел паром. Смотрите, как красиво. Отсюда даже видно, как машины ездят по мосту. Какой-то костер сложен. Ведьм зажигать будут, что ли? И здесь вот тоже открывается такой вот вид на Трауэр. Что здесь, я не знаю. Туда можно спуститься. Лестница есть, но, наверное, не стоит. И вот там вот виднеется сам городок Трауэр. О, а вот стоят мои туристы, которые сказали, что эта русалка красивее, чем та, которая в Копенгагене. Нету ветра. Здесь вот лестница, по которой можно спуститься. Еще раз закинем взглядом сверху Трауэр. Такой вот красивый закат. Пролив Эресунд, по которому шныряют катера, паромы. Сам Трауэр форт. Эресундский мост. Ветряки, парочку мостиков для купания, вот такой вот красоты закат, и пойдем обратно в город, будем возвращаться. Цирк и дальше пакуется, а я сейчас хочу немножко еще прогуляться по городу в лучах, так сказать, уходящего солнца. Здесь я вышла на улицу, которая называется Ройне Алле. Ройне — это городок на Борнхольме, можно так сказать, столица Борнхольма. И вот смотрите, как красиво солнышко освещает. Где же оно было раньше, а? Ладно, пройдемся, не будем жаловаться. Ну, вы уже поняли, как здесь все выглядит. Вот такие вот улицы. Что-то тут раздавали, уже не раздают. Улица называется Сёгеде. Смотрите, как красиво. Везде есть лавочки. На лавочку просто садитесь и делайте классную фотку. Ой, выбиты окна, поставлены фанерки. Вечером здесь, наверное, тоже очень красиво, когда в окнах зажигается свет. Автобус у меня через полчаса, есть еще время погулять. Сейчас я вышла из старой части города и нахожусь не в такой старой части города. Хочу вам показать еще один домик. Знаете, какой красивый фарфор у них стоит на окнах. Думаю, вам видно. И вот так вот, почти без туристов, безлюдно выглядят улицы старой части Трауэр. Остались только жители городка, ну и Светланка тут шастает по улицам. Вот на той стороне находится моя остановка. Остановка называется Трауэр
школа. Школа Драгер. Вот здесь вот находится школа. А я вот там вот видела башенку. Хочу пройтись к той башенке. Не знаю, что там. Пройдусь, посмотрю. Есть автобус раньше, через 3 минуты, поэтому я не успеваю пройтись к той башне. Уже купила себе дополнительный билетик, потому что Драгер находится не в тех зонах, на которые у меня куплена разная карта. И сейчас жду свой автобус. Автобус 350S, который идет на Херлет, но мне нужно доехать только до Ньюпорта. С вами буду прощаться. Так что, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока! Заняла свое любимое место в автобусе. Люблю ездить здесь впереди, почти как водитель. И уезжаю из Драгера. Я, конечно, уже с вами попрощалась, но я так делаю всегда. С вами любуемся садящимся солнышком. Такой вот красивый закат. Где он? Его не видно, но он есть. Кстати, Национального банка, такое вот укрепление, и достойное сидение. И вот мы уже на Конвенцию Торт, здесь автобус тоже останавливается, на 1-1, оперный театр. И вот оперный театр. Сейчас будем ехать мимо Нюхауна. Здесь находится бар Брёнум, очень хороший. Здесь у нас Кунстхолл, выставочные залы. И вот, пожалуйста, Нюхаун. Как сюда светится и сияет. Памятный якорь, Тотский дворец, посольство Франции. Здесь ресторан Пиат, Гайст, тоже неплохой. Руж. У них должен скоро быть, а вот Пиат, у них должен быть скоро у всех очень шикарный вид, когда площадь полностью очистят и отремонтируют. Здесь у нас бистро. И сейчас мы выйдем скоро уже к станции Ньюпорт, то место, откуда я приехала. Рядом у нас находится Espresso House.